Ну сейчас. О, там пошло какое-то интервьюшка, давайте подумаем. О, там уже пошла, да. Видосики пошли. Его смотреть. О, там красиво начинается, го смотреть. Интересная музыка. Знаешь эту группу? Не, ну написано, да, у них твиттер написано Kyun World. Это какая-то мировая, видишь, там суть в том, что вот, там африканское что-то есть и так далее. То есть, по идее, это соединение разных стилей музыки. Да, интернациональная группа музыкальная. Нельзя фулкран открывать. Фулкран — это нарушение авторских правил, и за это банят. Так что, увы, фулкран не могут открыть, сорян. Куда? Не лагай. It is an immortal symbol of ultimate triumph. A vessel that... Там была Дэнди. О, Дэнди. У тебя сейчас какой момент, Дэрик? Ну, про Дэнди, про первый. А, у меня чуть быстрее идет. Нельзя полный экран открывать, потому что это нарушение авторских прав. Кто так открывает, тому забанят трансляцию. Так что сорян, не могу. Hey!
insurmountable odds. Еще раз, я не могу открыть весь экран, это запрещено правилами. Если на весь экран открыть, то забанят. To lift the aegis of champions, and before the eyes of the world declare, none shall rise above us now. Welcome to the The Battle Begin. Переводи это. Начнется битва. Уроки английского by Texas. Мама, так вот, стрельнуть по очереди. Норм орех. Dota teams in the world. Ой, 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 как красиво. Team Liquid. Optic Gaming. Почему он так сильно проорал про LGD? Ты, купи классный джерси, кофту, Фнатик. Team Serenity. Во, ракета, не страйк. Подтянусь первый. VGJ Thunder. VG Gaming.
Да. Да. Да-да-да. Все. Мы вернулись. Как тебе? Выход команд очень красиво, по-моему. Я его сейчас смотрю. Ну да, да. Меня спаслеты, получается, знаешь, где-то было, все на эпицентре, а позвали и здесь тоже браслеты. И так было там на все. Все европейцы, американцы уверенно так выходят, приветствуют, ну как будто дома. Ну, понятное дело, они есть дома. А китайцы такие потерянные, выходят, не знают, куда им идти, просто. Ну, выглядит, конечно, очень забавно все это. Команда не знает, что делать, стоят просто. Опа, опа, гей выходит. Не пали. Я просто... Предикт зашел. Задержка больше. Предикт зашел. Спойлер кидал. Вот пузанчик. О. Да. Нормально. Блин, не лагай. Ой. Там звук. Нам звук не включили. Ну ничего, мы можем, в принципе, по губам почитать. Так, всем здорово, ребят. Спасибо всем, что пришли. В принципе, ожидал увидеть огромную-огромную арену, полную фанатов Доты. Что делаешь? Что, озвучиваю Гейба? Так вот так говорит. Он не говорит. Это у тебя не говорит, меня говорит. Проверь звук. Он не говорит. Ну ладно, он очень тихо говорит. На колонках. Там непонятно, что он говорит. О, вот, вроде включили уже. Yeah, I love you guys too. Last thing, the Artifact team is down at PAX, so they couldn't be here. But what they asked me to tell you is, if you've linked your ticket to your account, you'll get a free copy of Artifact. Нормально, бесплатный копий артефакта всем, кто сейчас в арене. And you're all in the beta starting in October in order to compete in the tournament. So good luck, everybody. Enjoy the show. Have a good time. Короче, качество звука — это просто шок-контент. У меня нормальный звук, да у тебя проблема какая-то. Да нет, там, ну, ты чего не слышал? Там все, ну, типа, его было слышно с колонок, а не с микрофона. Потом нет. Еще подключилась Кейси, начала проверять звук. Ты с какой стрим? А, ну, может, это на русском? А, ты на англоязычный смотришь, да? Я на русский просто смотрю. У меня было нормально все. Вот, я понял, почему. Да-да-да, вот у тебя на англоязычный норм, а на русской трансляции они отдельно как-то идут. Короче, в чем суть? Всем, кто находится в арене, на аккаунт бесплатно приходит артефакт. То есть на всю арену бесплатно артефакты раздали.